Enlau – легкое противотанковое оружие следующего поколения, шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Эффективно против всех танков, с так называемой «каруселью», автоматом зарядки в которой и размещаются снаряды и заряды. Экипаж как бы сидит на снарядах. Enlau – это простое индивидуальное оружие, переносить и вести огонь из него может один человек, так как вес 12,5 кг при длине около 1 метра. В режиме атаки OTA, поражение цели происходит сверху на пролете. Ракета Enlau летит на высоте 3-4 метра от земли. Одновременно с этим работает магнитный сенсор. Зафиксировав под ракетой скопление металла, он активирует кумулятивную боевую часть, которая прошивает танк сверху, детонация и формирование кумулятивной струи происходит без контакта с целью. Попадание кумулятивной струи и раскаленных обломков брони в боеукладку со снарядами приводит к детонации всего боекомплекта, а это уже отрывает танку башню.